Продолжаем выпуск. Почти 140 миллионов тенге выделят на стерилизацию бездомных животных в Шымкенте. Деньги на эти процедуры из бюджета направят впервые, сообщили специалисты. Согласно новому закону, бездомных будут стерилизовать, вакцинировать, чипировать и отпускать. Но только тех, кого ветврачи не посчитали опасными. Еще 120 миллионов тенге выделено на содержание самого питомника. Он в последнее время вызывал много нареканий со стороны зоозащитников. Было проведено служебное расследование. Директора питомника уволили. Был инцидент, когда в питомнике у нас не хватало кормов. Такие факты. И было проведено служебное расследование. По результатам директора нашего госпредприятия был сначала выговор получен, и далее уволили его. На сегодняшний день все корма для животных обеспечены в полном объеме.